Всех приветствую, это программа Inside the Week. Немного необычный формат ожидается, но об этом чуть позже. Я Марфа Смирнова. Вся неделя прошла под грифом годовщины вторжения России в Украину. По всему миру прошли акции в поддержку украинцев. Впервые за, наверное, несколько месяцев я увидела на видеокадрах из разных городов Европы, США, далекой Латинской Америки столько украинских флагов. Самый многочисленный митинг состоялся в Вене. 10 тысяч человек вышли на марш света. Многие удивились тому, что 24 февраля не появился нигде Владимир Путин, не записал обращение и не провел совещание. А вот украинский президент Владимир Зеленский побывал на пресс-конференции, обратился к украинцам, как обычно. Но я бы отметила другое появление. Таким его еще не видели. Украинский журналист Дмитрий Комаров 24 февраля показал на канале 1+1 свой фильм «Рик. Год по-украински». Съемочная группа первая зашла в Бучу, Гостомель, Ирпень и сумела снять, в общем-то, самое страшное – то, что потом увидел весь мир. Дмитрий Комаров показал Зеленского не просто в кабинете Домбанковой, мы видим его в комнатке, где он живет последний год, в поезде и в центре принятия решений. Сегодня в нашей программе мы тоже снова хотим вспомнить про годовщину вторжения. 24 февраля мы с Владимиром Роменским провели трехчасовой марафон, назвали его «Вторжение, сопротивление, год», что, кстати, резонирует с сегодняшней датой. 26 февраля 2014 года у здания парламента в Симферополе прошел масштабный митинг, где собрались пророссийские и проукраинские активисты. Вторые выступали против выхода Крыма из состава Украины. Между участниками демонстрации произошли столкновения, двое человек погибли. Меньше чем через месяц после акции Россия аннексировала Крым, а российские власти начали преследовать крымских татар. Принято считать, что с митинга 26 февраля началось сопротивление крымчан российской оккупации. Сопротивление уже, правда, всех украинцев продолжается до сих пор. О нем во многом был наш пятничный эфир. Мы вырезали для вас из него самые интересные моменты. Посмотрите. Сегодня 24 февраля 2023 года, 365 дней с начала войны. Ровно год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Здравствуйте, в студии Владимир Роменский. Конечно же, Марфа Смирнова. Здравствуйте. Сегодня здесь, на YouTube-канале «Инсайдера» совместно с «Reforum Space» мы проводим спецэфир, будем беседовать с людьми из Киева, других украинских городов. Сами мы находимся в Тбилиси, но к нам будут подключаться гости из студии в Берлине, Таллине и Вильнюсе. Спасибо за такую техническую возможность Reforum Space. Конечно, будем говорить с теми людьми, которые остаются в России. Для начала давайте все-таки вспомним, с чего началась эта война для жителей Украины. Я побачила, як летить ракета. Пролетіло, не видно українського герба, точно російські. Каждый день, вот уже 365 дней, президент Украины Владимир Зеленский обращается к гражданам, говорит со своим народом честно, прямо и открыто. Сегодняшний день не стал исключением. За рік фактично кожен українець когось втратив. Батька, сина, брата, маму, донечку, сестру, кохану людину. Близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття. Майже у кожного в телефоні є хоча б один контакт, що більше ніколи не підніме слухавку.
не відповість на смс, ти як? Ці два прості слова набули за рік війни нового значення. Щодня мільйони українців, мільйони разів писали чи промовляли до рідних і близьких це запитання. Щодня хтось не отримав відповідь. Ну а прямо сейчас хотим передать слово нашему коллеге, шеф-редактору Newsroom, инсайдера Тимуру Олевскому. 24 февраля 2022 года он оказался, случайно или нет, в Киеве. Тимур, привет, расскажи про первые минуты. И я знаю, что большую часть времени, насколько я помню, ты провел, кажется, в укрытии. 22 февраля отправился в Украину. 24 утром я проснулся. Очень рано. Я ночевал в очень уютной квартире брата моей жены, где остановился, предварительно написав для нашего отдела Ньюзрума инструкцию о том, как именно мы будем себя вести, когда начнется война. Хотя закончил эту приписку словами, но я очень надеюсь, и мы не верим, что это случится. Последняя попытка схватиться эмоционально за еще мирную жизнь. Меня разбудили в 5 утра звонком с работы, мои коллеги, и сказали, просыпайся, уже бомбят. И я встал, в это время мой брат собирался, брат моей жены, он уже собирался ехать в центр для того, чтобы забрать кого-то из близких. Я услышал звук сирены и услышал первые взрывы. Потом, звуки взрывов. А потом ночью я поехал в аэропорт Гостомель, потому что мне рассказали, что там высадка десанта. И набрал такси, взял таксиста, который попросил подъехать к Гостомелю, объяснил ситуацию. Он взял и подъехал прямо к аэропорту. И там стрельба натурально происходила. И мы оттуда еле выехали, потому что мы даже не поняли в какой-то момент, что тот лес, дорожка темная, по которой мы едем, это уже зона боевых действий. Все это происходило совершенно ужасно непривычно, но я вам хочу сказать одну вещь. Там первые дни были дни хаоса, конечно. Я накануне, до того, как война начиналась, видел, как Украина мобилизована, готовится к встрече врага, как раздают оружие на улице территориальной обороны по спискам, как люди в каком настроении собираются встречать противника, и не понимал, неужели люди на той стороне, которые собираются вторгаться в Украину, не понимают, что украинцы не собираются сдаваться. Мы потом с вами узнали уже спустя месяцы, что они действительно верили, и, наверное, некоторые из них думают до сих пор, что Украина должна была встречать российскую агрессию цветами, украинские женщины в красивых платьях выходить и встречать победителей. Но это было совершенно не так. И я был в Киеве довольно долго, не очень долго, наверное. Я был в Киеве до середины марта, успел потом еще съездить в Запорожье и прочие, там несколько других городов, но из Киева я уехал, когда было понятно, что Киев уже не сдадут. И мне это было понятно в самом начале, когда я понял, что каждое окно в Киеве будет укрепрайоном, укрепленной точкой, из которой будут стрелять по оккупантам. Это было в самом начале в Оболоне, когда прорвались, на наших глазах буквально туда прорвались российские военные, и в районе жилом с плотной густой застройкой эту колонну остановили выстрелы. Потом с ними воевали не только кадровые военные, но и местные жители, территориальная оборона, которые просто остановили своими розданными перед этим калашниками. Поэтому стало понятно, что Киев не сдадут. Я позвонил одному своему знакомому из разведки украинской и спросил, скажите, какие перспективы? Он сказал, Тимур, Киев не сдадут никогда. И у меня эти слова очень хорошо и надолго врезались в память. Знаете, что я вам хочу сказать? Конечно, первые обстрелы, когда в многоэтажке, есть такой знаменитый кадр, когда в Киевскую многоэтажку летает российская ракета, которую, судя по всему, выпустили по аэропорту Жуляна, вот в центре города находится, а попали в жилой дом. Тимур, прости, у нас не так много времени, а все-таки я хотела очень важный себе вопрос задать, потому что многие интересуются все последние месяцы о том, как продвигается расследование касательно гибели нашей коллеги Оксаны Баулиной. Она, напомню, погибла в марте месяце, когда как раз ехала на съемку для нашей программы, для нашего YouTube. Она была на съемке нашей программы возле перед предварительно взорванного ракетами торгового центра.
которые спустя два дня обстреляли еще раз. Был длинный комендантский час, во время которого никто не мог туда приехать. Амстор, по-моему, назывался. И на парковке этого центра в первый день, когда гражданских разрешили выходить из дома, и журналисты приехали посмотреть, что от него осталось, она попала под минометный обстрел. Мы до сих пор пока не понимаем точно, это был минометный обстрел мин, выпущенных из миномета, или мин, сброшенных с дрона. Есть две версии. Люди, которые вместе с ней были, два полицейских, которые ее сопровождали, получили очень тяжелые ранения. Один из них остался инвалидом, лечился в Германии. Он сейчас в Киеве. И все материалы дела находятся в местном отделении полиции, где описаны обстоятельства. Мы пытаемся установить имена людей, которые могли в тот момент быть на передовой и стрелять. Это довольно трудно. Как, впрочем, и версию дрона. Для того, чтобы точно выяснить все обстоятельства и продвинуться в расследовании, мне необходимо оказаться в Киеве и встретиться со следователем, который ведет это дело. Спасибо большое. Это был Тимур Олевский, шеф-редактор Ньюсрума «Инсайдера». Мы движемся дальше. «Не убий» – первая заповедь, добродетель, милосердие – все это церковные каноны, причем любой церкви. Но с первых дней российского вторжения в Украину русская православная церковь встала на сторону Кремля. Патриарх Кирилл поставил на путинские танки и назвал гибель солдат во время боевых действий в Украине, жертвой, которая смывает все грехи, конец цитаты. И на днях, напомню, он сидел в первом ряду во время послания президента. В Украине тем временем и знаменитая Киево-Печерская лавра, и другие приходы РПЦ стали логовом русского мира. Насколько большую роль война церковная играет в войне общей, спросим у нашего коллеги, журналиста Сакена Аймурзаева. Он присоединяется к нашему эфиру. Сакен, тебе слово. Ну, это один из аспектов. И начался он не вчера и не 24 февраля. И даже не в 2014 году. Церковная борьба, церковная история Украины и России. Дело в том, что представьте себе, существовала бы сейчас в Москве коммунистическая партия со всем своим аппаратом, со всеми своими региональными ячейками. И ее бы частью была украинская коммунистическая партия. Ну, предположим, под главой того же Зюганова, да? Со всей риторикой и так далее, и так далее. Ну, как вы себе представляете существование этих двух, даже коммунистических партий под одним крылом? Так, естественно, мы говорим о церковной жизни в данном случае не в духовном измерении, а в политическом измерении. Владимир Путин, который в своей речи упоминал Бога несколько дней назад со строчной буквы, и слово «Господь», кстати, тоже с маленькой буквы в расшифровке. Он ведь не о Боге говорил и не о Господе говорил, а говорил о скрепах. Там слово «Господь», слово «Бог» можно заменять в этих случаях. Поэтому тут мы говорим об институциональной связи Москвы и Киева православных, и это всецело вина Русской Православной Церкви, то, что сейчас происходит. Надо было в 91-м году, когда патриарх Алексий и приезжал в Киев и даровал грамоту о автономии, как это называлось, надо было полностью отпустить Украинскую Православную Церковь. И большинство бы проблем, связанных конкретно с конфессиональным противостоянием, просто бы не было. Об этом говорят, кстати, все, кто в тот момент, 30 лет назад, уже больше занимался этим вопросом. Можете взять интервью у диакона Кураева именно по этой теме. Эти варианты рассматривались. Отпустить. Это все про историю «отпусти». Вот если не отпускать вовремя, вот такое происходит. Это если говорить конкретно про конфессиональные сложности Русской Православной Церкви в Украине. Спасибо. Спасибо, Сакен Аймурзаев, наш коллега, журналист из Киева. Коротко добавлю, что, например, моя семья тоже верующая, и все продолжают ходить в церковь, несмотря на такую неблизкую позицию для них патриарха Кирилла.
К нашему эфиру присоединяется адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте. Напомню нашим зрителям, что Илья перебрался в Украину еще до начала войны. После начала вторжения взял оружие в руки и вступил в ряды теробороны. Насколько я понимаю, когда российские войска отступили от столицы, Илья, если нет, вы меня сейчас поправите, занимался расследованием военных преступлений и собирал доказательства, необходимые для украинского и, может быть, что важнее, международного суда. В этом году мы особенно много говорили про трибунал и вспоминали город Гаагу. Илья, здравствуйте. Добрый день. Илья. По вашему мнению, сколько вообще человек должно понести наказание за эту войну? Кто должен оказаться на скамье подсудимых? Главнокомандующие, генералы, солдаты-садисты, это понятно. Но вот, например, Дмитрий Дюжев, который пел группу «Крови» на концерте в Лужниках, он должен понести наказание? Вы сейчас спрашиваете о том, как это выглядит на мой вкус, потому что точный ответ на это невозможен без привязки к системе координат, по какому закону мы будем наказывать. Да? Будем мы наказывать его по закону Украины, тогда как он окажется в Украине? Будем мы наказывать его по закону России, которая точно так же имеет у себя статьи в Уголовном кодексе по поводу призыва к развязыванию и ведению агрессивной войны и тому подобные вещи, наемничество и прочее. Скорее про международное право, да. Людей, которые должны... Я вас не услышал, извините. Мы скорее про международное право. Международное право вообще не очень умеет работать с такими порядками цифр, как десятки, сотни тысяч человек, может быть, миллионы, потому что активных пособников этой войны в России миллионы. И не надо думать, что существует в реальности или в проекте какая-то система правосудия, которая способна через себя такое количество народу пропустить. То, чем занимались в послевоенной Германии в 40-е годы комиссии по денацификации, даже эта сокращенная квазисудебная процедура, да, она все равно не позволило в полной мере решить те задачи, которые на меня возлагались. То есть понятно, что если у вас Путин уже пойман, сидит в клетке, то желающих судить Путина будет хоть отбавлять. Да? И суд в Гааге пресловутый его захочет к себе, и украинский суд его захочет к себе. Если трибунал разовый, ад-хок для этой войны будет учрежден, как этого хочет его парламент, то он тоже, естественно, захочет себе Путина. И желающих судить ближайших к Путину его пособников, да, и сообщников, генералов, дипломатов, министров, ну, тоже найдется, да. Но это все десятки человек. Даже если брать российских военных, только российских военных, без учета там всяких вспомогательных служб, типа чекистов, которые где-то ехали в тылу за военными и что-то там делали, мы до конца еще не понимаем, что. То есть кто отвечал за организацию пыточных, например, которые регулярно находят на освобожденных территориях? Это были военные, это были чекисты, это был кто-то еще. А на самом деле придется очень много придумывать по итогам этой войны такого, что не очевидно и что не вытекает из законов мирного времени. Например, такая вещь, как поиск не преступления виновника, а преступнику преступления. Вот представьте себе, что вы следователь, у которого есть там какой-то бюджет, и вы потратили из этого бюджета несколько тысяч долларов или десятков тысяч долларов или евро на то, чтобы установить, что вот за этим конкретным трупом, который нашелся, допустим, в городе Буча в апреле 2022 года, стоит сержант Иванов. Только сержант Иванов погиб в июне 2022 года где-нибудь на юге Украины. И это значит, что вы эти деньги потратите не то, что впустую, да, но отдача от них и реальное их влияние на послевоенную справедливость, ну, минимальное. Это какое-то символическое, но нереальный результат. В то же время, если армия России действительно подвергнется коллапсу, как этого и многие желают, и еще больше прогнозируют, фактически у следователей, будто международных или украинских, окажется в руках полная документация, внутренняя документация российской армии. То есть будет понятно, кто где перемещался. Вы можете сразу вынести за скобки и отложить в длинный ящик тех, кто уже погиб. И можно заниматься в рамках такой исторической справедливости, да, но не тратить, по крайней мере, на этот бюджет, выделенный на послевоенную юстицию. И идти по живым. Вот у вас есть человек, который дожил до конца войны. Вы знаете, что он воевал сначала. Вы смотрите, где находилось его подразделение. Находилось ли оно там, где, как вам сейчас известно, были какие-то найдены следы расстрелов военнопленных или издевательств над мирными, изнасилований и прочее. Это может выглядеть в том числе и так. Спасибо. Спасибо за этот комментарий. Мы благодарим адвоката Илью Новикова, который находится в Киеве, который с первых дней войны был готов защищать свою, по всей видимости, теперь уже новую
родину. Но продолжим. Продолжим про адвокатов, но уже в России. С банковской карты «Мир», поднятой над головой, стоять в России теперь нельзя. С книжкой Оруэлла 1984 тоже. Войну называть войной, упаси Господь, ни в коем случае, даже если вам приснился Зеленский, не думайте писать об этом в социальных сетях. Все это повод начать административное, возможно, даже уголовное расследование. За год войны в российские суды поступило больше 6 тысяч протоколов о дискредитации армии, следует из данных судов, собранных медиазоной. Больше всего, показывает статистика, их было выписано в первые недели войны, потом спад и снова рост после объявления мобилизации в сентябре. Но это административные дела, ведь за фейки про российскую армию можно уехать далеко и надолго. Уголовных дел за антивоенную позицию около 300. На местах за тех, кто называет вещи своими именами, сейчас заступаются адвокатами. Но и честным юристом быть в России теперь уже небезопасно. Например, адвоката нашего коллеги, журналиста Ивана Сафронова, осужденного, напомню, за госизмену. Так вот, его адвоката Дмитрия Талантова с лета держит в СИЗО. Обвиняют в распространении тех самых фейков о российской армии. Но прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется адвокат Михаил Бирюков, который защищал муниципального депутата Алексея Горинова, получившего 7 лет за фейки, Илью Яшина, осужденного на более чем 8 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, давайте для начала, вот вам лично не страшно ли оставаться до сих пор в России? Мне страшно. Мне страшно от того, что происходит с моей страной. Мне страшно, что она творит в Украине. Мне страшно за моих родственников и друзей в Киеве и Харькове. А выполнять свой профессиональный долг? Нет, мне не страшно. Наверное, самое важное, что вы сейчас можете оказать своим подзащитным, это поддержка, и адвокат, по сути, единственный человек, который остается на стороне арестованного. У адвоката есть доступ к своему клиенту. Но помимо этой поддержки, давайте будем честными. В чем вы видите смысл своей работы в неправовом государстве? В любом случае, мы стараемся ввести эту ситуацию в правовое поле. Мы доказываем судам, следствию, что эти статьи, по которым привлекают наших коллег, наших друзей, не должны быть ни в административном, ни в уголовном кодексе. Мы доказываем абсурдность предъявленных обвинений. Мы показываем всю глубину падения и следствия, и российских судов. Мы публично заявляем о нашей позиции. Не случайно прокуроры в прениях говорят о том, что мы занимаем антисоветскую, потом поправляются антироссийскую позицию. На самом деле мы отстаиваем закон, мы отстаиваем право каждого быть привлеченным только на основании реальных действующих статей за реальные, нести наказание соразмерно содеянному. И мы не видим составов преступления в действиях наших подзащитных и не устаем об этом говорить. Ну, то есть это такая во многом работа, насколько я понимаю, на будущее. То есть вам сейчас важно зафиксировать те нарушения и, я бы даже, наверное, сказал, преступления, которые совершаются по отношению к вашим подзащитным. Так? Безусловно, и это важная составная часть нашей работы. Несмотря на то, что Россия вышла из Совета Европы и не признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека, остались комиссии ООН, для которых мы готовим документы в части незаконного преследования наших подзащитных. И это тоже необходимый элемент нашей работы, борьба за права наших доверителей. Я помню, что год назад, наверное, да, ну, чуть-чуть меньше, мы видели, как люди выходили с плакатами против войны на улице и Москвы, и других крупных городов России.
Сейчас мы этого не видим. Вы думаете, что людей за этот год напугали вот всеми этими административными и уголовными делами о дискредитации, фейков настолько, что они как бы совсем потеряли силу, что ли, своего голоса? Вы знаете, в Москве практически каждый день проходит задержание одиночных пикетчиков. Практически каждый одиночных день кто-то выходит. Пикетчиков, мне кажется, это очень символично. Да, да, потому что любые массовые публичные акции, они жестоко пресекаются, разгоняются с применением дубинок, с административными арестами на 15 суток. И публичные акции в России сейчас невозможны. Но одиночные протесты, они продолжаются. Формой протеста является, например, даже возложение цветов к памятникам Лесе Украинки, к памятникам Тараса Шевченко. Так что все доступные формы протеста, они реализуются по-прежнему в России. Спасибо большое. Мы благодарим адвоката Михаила Бирюкова, который остается в России, оказывает юридическую помощь тем людям, которые попали как раз-таки под эту систему, которых наказывают за то, что порой они просто войну называют словом «война». Мы продолжаем наш специальный эфир. Навальный лучший, но это я не о своих политических взглядах, это мнение Британской академии кино и телевидения. Там назвали документальный фильм «Навальный лучший», как раз-таки документальной картиной этого года. Но это, конечно, не единственные новости про главного, наверное, российского оппозиционера. Мы часто слышим, как его отправляют в ШИЗО, в одиночную камеру, по сути, как другие пытки применяют к нему, используя даже, как он сам выражается, биологическое оружие, присылая одного из заключенных, который, во-первых, сам не очень дружит с гигиеной, но помимо этого до того, как отправить этого человека в камеру к Навальному, его отправляют в лазарет, где очень много и многих людей болеют простудными заболеваниями. Так самого Навального, по всей видимости, хотят заразить гриппом или еще чем-то. Накануне годовщины вторжения Алексей Навальный, напомню, находящийся в заключении, опубликовал свою политическую платформу из 15 пунктов. В ней он призывает вывести войска с территории Украины, вернуть Крым и заплатить за компенсацию за нанесенный ущерб. Для самой же России он предлагает путь парламентской республики, основанный на сменяемости власти. Все то время, что сам Навальный находится за решеткой, его команда, покинувшая Россию, продолжает делать антикоррупционные расследования, рассказывать о российских чиновниках и олигархах, требует санкций в отношении них. Прямо сейчас к нам присоединяется Юрий из Фонда борьбы с коррупцией, Любовь Соболь. Любовь, здравствуйте. 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 Как вы оцениваете год с точки зрения работы российской оппозиции в эмиграции? Вот вы правильно упомянули, что мы всегда работали против коррупции, и это для нас основная наша деятельность, но, конечно, последний год самая главная, да, повестка, которая затмила все остальное, это была война в Украине, и поэтому этот год мы боролись с этой войной всеми возможными способами. Да, вот вы упомянули санкции, которые мы требовали и требуем ввести в отношении путинского ближайшего окружения, его опоры, его таких щупалец. Мы призывали остановить и призываем остановить кровопролитную войну. Мы ведем постоянно прямые эфиры, мы записываем видеоролики, мы рассказываем о том, что на самом деле происходит в Украине. И таких голосов на самом деле сейчас не так много, да, крупных голосов, которые могут раздаваться внутри России. Потому что все телевидение, все радио, все газеты, все печатные СМИ, все под контролем Кремля. И поэтому вот вы, мы, еще несколько изданий, которые можно перечислить, да, телеканал «Дождь», «Медуза» и так далее, делаем очень важную работу. Мы действительно рассказываем
на аудиторию россиян, что на самом деле происходит и в России, и на войне в Украине. Этим мы, наверное, занимались весь последний год, и я помню, как, в каком ужасе, да, я проснулась, начала читать новости год назад, и, конечно, с того времени режим нашей работы стал без выходных. Мы 24 там, часа буквально там, на 7 занимались тем, что противодействовали этой преступной кровопролитной войне, и для нас это стало, наверное, повесткой номер один. Конечно, мы продолжили бороться с путинской коррупцией, которая является основой путинского правления, но антивоенная тематика – это, наверное, самое главное сейчас, это очевидная вещь. Спасибо. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Владимир Милов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Надеюсь, что видно, слышно нормально. Здрасте. Да. Ну, мы хотели спросить, как раз мы показывали вот эту вот цены на продукты из разных российских супермаркетов. Цены растут, доходы населения падают, а людям все равно или не все равно? Правильно ли мы понимаем, что население будет только беднеть? Население будет беднеть, и, конечно, им не все равно. Я думаю, что многие люди принимают вот эту эмоциональную, психологическую защитную реакцию за чистую монету. Потому что, если вы посмотрите, например, то, что творилось в интернете до начала войны, год назад, на всех там форумах, комментариях к выступлению Путина в Ютубе, то вы видите, что недовольство социально-экономической ситуации было огромное и растущее. Ситуация с тех пор стала только хуже, причем сильно хуже, но люди говорят, что у них все хорошо. Ну, это значит что? Это реальный индикатор того, как вещи обстоят? Или просто все понимают, что происходит для царя что-то такое важное, что сейчас лучше не отсвечивать, и соревнуются, значит, между собой, что у нас все нормально, все как прежде, санкции не работают? Конечно, ухудшилось сильно. Например, вот Росстат показывает по декабрю, это последние данные, которые были, минус 10,5% в годовом выражении упали розничные продажи. Вот это примерно, насколько обеднели россияне. Даже по официальным цифрам, вот журналисты правильно сравнивают реальные ценники в магазинах, но за два года, с декабря 2020-го, цены по официальным росстатовским данным выросли на четверть. Ну, то есть это очень таких темпов инфляции у нас не было с конца 90-х, может, с самого начала 2000-х годов. Поэтому экономические последствия очень серьезные, и вот эти разговоры, что якобы ничего не поменялось, ничего не действует, мне кажется, это больше такая психологическая защитная реакция. Спасибо большое. Мы благодарим Владимира Милова, который Спасибо. Был в нашем эфире. Именно в Мариуполе люди начали хоронить погибших соседей во дворах. Из Мариуполя в Россию было вывезено больше 1000 детей. Массово их начали вывозить в апреле прошлого года, когда стали появляться дети, отчужденные от родителей или, например, ставшие сиротами в результате боевых действий. Теперь этих детей не только пытаются ускоренно отдать приемным родителям в России, но и используют в политических целях, как, например, на недавнем концерте в Лужниках. Анечка, умничка, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юрию за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Анюта, не стесняйся, можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Прямо сейчас ситуацию в городе и историю с похищенными детьми обсудим с советником мэра Мариуполя. К нашему эфиру присоединяется Петр Андрющенко. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Что вы скажете, что вы думаете по вот этой ситуации, про выступление детей из Мариуполя на концерте с участием Путина в столице, в Лужниках? Ну, если там цензурное слово подобрать, то это дно дна на самом деле, просто-напросто. Если брать эту девочку Аню, нашу мариупольскую, у нее мать убила при обстреле. В своих словах, в той речи, которую там напичкали, где-то потеряли ее брата, который у нее есть, и тоже его вывезли из Мариуполя
российские оккупанты. Поэтому, ну что тут скажешь? Цинизм есть цинизм, с одной стороны. С другой стороны, цинизма хватает и в наших бывших согражданах. Потому что, как правило, участие вот в подобном буфонаде, по сути, оно добровольное. Там же никто никого не принуждает, мы не обманываемся, не хотим никого обманывать. То есть есть часть мариупольцев разного возраста совершенно, которые в такой способ решили построить свою новую карьеру. К сожалению, это есть. К счастью, это просто мизер по сравнению со всеми остальными, поэтому... Ну, есть как есть. Если там о личных каких-то ощущениях говорить, знаете, это как-то... По-украински будет огидно. Ну, просто как жабу в руки взял, вот примерно так. Ну. Мы следим за тем, что происходит вот с этими насильно вывезенными детьми. Хочу вас спросить о том, обладаете ли вы новыми данными, например, по поводу того, сколько таких детей, вывезенных именно из Мариуполя, удалось уже вернуть в семьи в Украину? Ну, насколько мы знаем, речь о двух пока детях, к сожалению. А если брать от общей суммы, от общего количества тех детей, которые вывезены, по крайней мере, тех цифр, от которых мы отталкиваемся, от 1300 детей, это, собственно, цифры, озвученные непосредственно россиянами, поэтому... Понятно, да, это ничто вообще совершенно. Знаю, что, ну, это один из самых сложных процессов. Это даже сложнее, чем процесс обмена военнопленных, потому что вот эта людоедка Львова Белова, которая возглавляла всю эту историю, собственно, и возглавляет на сегодняшний день. Данные о наших детях, они охраняются ФСБ так сильно, как, не знаю, может, ядерный чемоданчик России так охраняется условно. Поэтому, собственно, две базы данных, к которым мы никак не можем получить доступ ниоткуда. Это вот украденные дети Мариуполя и захороненные в Мариуполе гражданские на братских могилах в Старом Крыму. Эти две базы данных невозможно. Поэтому сложная ситуация. Знаем, офис омбудсмена нашего бьется очень тяжело. Действительно очень тяжело и очень страшно на самом деле. Потому что это огромное количество детей. И не все дети сироты. Это разлученные семьи, есть дети, которых вывозили и продолжают, кстати, вывозить-то. Фильтрация не останавливается, аресты не останавливаются. И очень мало на сегодняшний день в Мариуполе полноценных семей, скажем так, да, где мама, папа и ребенок. Как правило, сплошь и рядом кто-то, один из родителей погиб. Поэтому, соответственно, арест родителя автоматически превращает ребенка в сироту, потому что его забирают, его отвозят по этой же процедуре в России, дальше ищут ему усыновление, вне зависимости от возраста. Подростков вроде бы сейчас так не трогают, но дети, там, скажем, до 13 лет, вот еще до сих пор весь этот ужас продолжается. А ведь мы понимаем, что есть еще, даже если родители погибли, бабушки, дедушки, другие родственники, и ребенку, конечно, как мне кажется, будет лучше с ними, чем с новой приемной семьей в России, даже если тебя и отвезут на концерт с участием Путина в Лужники. А почему Москва так держится за этих детей? Почему, как вы сами сказали, их имена держатся в строжайшей тайне? В чем здесь смысл? Да, на самом деле все просто. Ну, во-первых, я бы не смещал акцент. Я понимаю, что с точки зрения простого обывателя понятнее, да, что есть родственники. На самом деле у детей есть страна, как глобальный опекун. И это очень важно. И это как раз касается, почему держат секрет. Потому что страна, место проживания – это идентичность, это самоидентичность человека. Это нация, это культура, это мова, это ценности, на которых он будет расти. И поэтому, собственно, и вывозят, потому что нас лишают нашего генофонда. Это не секрет. Если мы говорим только о Мариуполе, 1300 детей, то можете себе представить размах, который существует с учетом всей оккупированной территории только за эту фазу войны. Речь идет о тысячах и тысячах наших детей украинских, которых мы лишились. И как мы, когда будем искать и как находить, это вопрос открытый. Я думаю, что на это уйдут на самом деле годы.
А почему держат и почему такая политика? Ну, давайте возьмем ребенка вот в Мариуполе, не знаю, 10 лет, который даже помнит своих родителей на момент тогда, когда его выкрали. Представьте, что он пережил. Да, психологическая травма, этот стресс, ну, это страшные вещи. Это ПТСР у взрослых, у детей есть то же самое на самом деле, и никуда оно не девается. И потом его соответствующим образом обрабатывают, через сколько он забудет, из какой он страны, духом, да, через сколько он забудет своих, там, мать, отца, своих родных, и через сколько он станет россиянином. На самом деле пройдет не так много времени. В том-то и дело, что детская психика, и она работает иначе, чем у взрослых, да, и детская память, она немножко иначе работает с точки зрения возрастных, с точки зрения, там, не знаю, времени. Поэтому, ну, глобально, это часть геноцида украинского народа. Это значительная часть геноцида украинского народа. Спасибо. Спасибо, Петр. Советник мэра Мариуполя был в нашем эфире. Вот в чате нам пишут, что невероятно жалко каждый украинский город, но за Мариуполь душа болит больше всего. Хочу коротко рассказать историю Тараса и Ольги Мельстер. Супруги, они погибли в одном окопе в Луганской области, и о них написала газета «Нью-Йорк Таймс». Родом они из города Крапивницкий, были знакомы с детства, в 25 лет поженились. Тарас Мельстер был программистом, Ольга – кондитером. Но это все, естественно, до 24 февраля. В день после вторжения они пошли защищать свою страну, как и многие. Он в тероборону. Она поваром в одной из добровольческих групп. В мае их подразделение, в котором служил как раз Тарас, перебросили на Донбасс к Северодонецку. Ольга уехала вместе с ним, но уже не как повар, а с оружием в руках. Она была единственной женщиной в этом отряде. Их задачей было удержать траншею, не дать российским войскам продвинуться. Но район слишком сильно обстреливали. В результате одного из таких ударов в июне месяце Мельстеры погибли. Погибли вместе. «Я думаю, они знали, что умрут там», — сказала мама Тараса Людмила в интервью «Нью-Йорк Таймс». Таких историй в Луганской области, наверное, сотни. Это одно из самых ожесточенных направлений. К нам сейчас присоединяется глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Здравствуйте, рады вас сегодня приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой, наверное, непростой, где-то болезненный вопрос. Все-таки на Донбассе были люди до 24 февраля, я сейчас имею в виду, которые... И после. И после, да, которые с надеждой смотрели в сторону России. Как за этот год поменялась ситуация и вообще настроение в целом? Ну, настроение в целом, я думаю, что поменялось без исключения у всех. Потому что все-таки русский мир ничего хорошего не приносит. Даже тем, кто его ждал. Это все равно разрушение, это все равно такой возврат в дичайший Советский Союз, уже так на стадии распада. Это действительно регрессия, это такая обратная эволюция. Поэтому настроение, я уверен, на 99,9%, что как у тех людей, которые выехали, так и у тех, которые остались, они не то, что даже не какие-то ненормальные, а они даже негативные. Что касается вообще ситуации в области по людям, то давайте так, вот цифра 320 тысяч людей, которые вынужденно выехали в эмиграцию, они эвакуировались из-за войны, вот она говорит сама по себе. Это ровно 50% жителей Луганской области, которая была под контролем Украины после частичной оккупации. Половина населения области выехала от оккупации, от войны, от русского мира. И эта цифра говорит сама за себя. Сергей, много говорилось о том, что именно к годовщине вторжения российские войска, командование постараются усилить и вновь наступить, возможно, используя те силы, которые
получили благодаря мобилизации. Наблюдаете ли вы эту картину и что сейчас происходит на линии фронта? Действительно, резервы они стянули достаточно большие. Это и видно по количеству тяжелой техники, которая есть на территории оккупированной Луганской области, и огромное количество вот этих новомобилизированных солдат, которых свезли тоже на Луганщину. В плане того, где будет полномасштабное наступление, в принципе, какой-то этап уже идет, потому что уже две недели идут попытки так зондировать нашу оборону, продавить где-то и на направлении Кременной, и на направлении Сватово-Купянск. Поэтому что-то такое, вот, что будет приурочено прямо к 24 февраля, знаете, нас уже точно ничем не удивить. Самое страшное, это был вот первый день, это когда прилетели ракеты глубоко на территорию Украины, абсолютно в мирные области, и практически каждая область, в принципе, пострадала. Вот эти дни были самые страшные. Теперь удивить нас россияне в плохом смысле не могут уже ничем. Спасибо вам за этот комментарий и за то, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Сергей Гайдай, глава Спасибо. Луганской областной военной администрации, был в нашем эфире. Мы продолжаем наш специальный эфир. От войны, мобилизации, репрессий из России уехали сотни тысяч человек. Точных данных нет, но по оценке издания Белл, территорию страны без планов на возвращение покинули 500 000 человек. Помните, сколько стоили билеты в Стамбул в начале марта прошлого года, когда поползли слухи о закрытии границ, а многокилометровые очереди на границе с Грузией и Казахстаном в сентябре после объявления, что под ружье хотят поставить еще 300 тысяч человек? Тут много драматических историй. В первую очередь, среди тех, кто отказался уехать, даже несмотря на давление властей, это Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, муниципальный депутат Алексей Горинов. Мы их уже упоминали сегодня в нашем эфире. Но есть и те, кому удалось выскользнуть, что ли, из пасти Левиафана, кажется, в последний момент. Это наш следующий гость. Как раз является таким примером. Этим летом на оппозиционного политика Леонида Гозмана завели уголовное дело за несвоевременное уведомление о втором гражданстве. Затем последовали административные аресты. После в сумме 30 суток ареста Леонид Гозман покинул таки Россию. Прямо сейчас он подключается к нашему эфиру из нашей студии Reform Space в Берлине. И присоединяется к нашему эфиру Леонид. Здравствуйте. 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 Путин в послании Федеральному собранию говорил: мы не будем заниматься охотой на ведьм, те, кто уехал из России, пусть это останется на их совести. А вы ждете от властей репрессий как раз против тех, кто страну покинул? Вы знаете, я не думаю, чтобы они тут начинали заниматься охотой за многими людьми. Каких-то конкретных, которые их совсем досаждают, они, конечно, могут убить. Они это уже продемонстрировали, что они не стесняются это делать. И могут сделать еще. Но мне кажется, что вот их кампания против людей, оказавшихся в изгнании, и выражение их ненависти к этим людям, потому что они к людям относятся как к холопам, как к крепостным, а ты понимаешь, осмелился что-то не то сделать, да? И главное, они пытаются таким образом консолидировать общество. Они ищут постоянно что-нибудь, что люди ненавидят или там не любят, плохо относятся. И они говорят: вот видите, мы их тоже не любим. ЧВК «Вагнер» со своим боевым опытом, со своим бесплатным человеческим материалом в виде зэков, простите, мне кажется, по-другому не скажешь, конечно, куда больше угроза для ВСУ, чем регулярная российская армия. Весь этот год, а в особенности в последнее время, ощущение, что бойцы Евгения Пригожина выполняют самую грязную работу. Бахмут – это своего рода апогей. Вот на этой неделе основатель ЧВК опубликовал страшную фотографию, мы поэтому не можем ее показывать, на которой свалены десятки трупов. Половина из них без одежды. Видимо, те, кому удалось выжить, просто забрали все себе.
И на этом снимке погибшие за один день под Бахмутом. Еще жуткие кадры аэропорта Толмачева в Новосибирске. Сотни ящиков на каждом свидетельство о смерти, а внутри тела погибших бойцов ЧВК. Короче, вот так вот. Также Пригожин показал список, в котором указано, сколько боеприпасов нужно его бойцам и сколько группировки пообещали дать. Но смотрите, пункт 1. Необходимо 105 тысяч, дают 3600. Пункт 3. Необходимо 7600, отдают 600. Привел примеры Пригожин, заявив об оборзевших гражданах, которые наверху сидят. Это цитата. Глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова подключается к нашей студии. Оля, привет. Добрый день. Здравствуйте. Оля, учитывая, что конфликт между Пригожиным и Минобороны, наверное, сейчас уже в зените, можно ли вообще ожидать, что бойцы ЧВК «Вагнера» просто исчезнут с поля боя в Украине? Да, они исчезнут в ближайшее время, поскольку из завербованных 50 тысяч на 1 февраля осталось на фронте около 10 тысяч. Я напомню, что все-таки 90% это боевые и небоевые потери. То есть это и погибшие, и 300-е, то есть тяжелораненые, которые не могут вернуться в строй. Это пропавшие без вести, мы не знаем, где они. Это и убежавшие в два направления, и в плен, и, собственно, в Россию с оружием в руках. Поэтому осталось там, в общем, бойцов-то немного, и у Пригожина больше нет возможности пополнять этот фонд. Ну, он сейчас ведет более или менее активную кампанию, хотя, конечно, уже не такую, как для него в лучшие времена, привлекая молодых людей из малых городов России, таких неустроенных в жизни, за легкими деньгами, как, не знаю, может, кому-то все еще кажется, а на самом деле нет. Но, конечно, потери видят все. Сегодня Пригожин заявил в перепалке со своим, с губернатором Свердловской области, с Кувашовым, что потери составляют россиян сотни тысяч погибших. Ну, ему виднее, чем нам, сотни тысяч. И, конечно, все это слышат и потенциальные наемники, равно как и потенциальные мобилизанты. Поэтому я не думаю, что мы увидим Пригожина в Украине уже через пару месяцев, а может быть и раньше. Он показал, что он умеет управлять маргинальной массой. У него появился очень большой, я бы сказала, электоральный потенциал. Мы видели, наблюдали в «Руссидящей» как раз эту популярность и среди заключенных, и среди родственников заключенных, и вообще в маргинальной массе. Но это, конечно, фальшстарт, поскольку он, конечно, прирожденный пиарщик, но очень плохой царедворец. Рассорится со всеми, рассорится с генеральным штабом и Шойгу. В общем, опустить, провести обряд опускания, а это был обряд опускания, когда заключенный называют очень плохими словами начальника генерального штаба путинского, да, а он не пригожинский, он путинский. И, конечно, Путин ему это не простил. И надо было на это как-то реагировать. И реакция была очень заметная и мгновенная. Вниз и в бок Суровикина, возвышение Герасимова, возвращение Лапина и так далее. И тут же у него разваливается его очень серьезный тройственный союз. Суровикин, Пригожин и Кадыров. Кадыров очень быстро открестился от своего единственного русского, который его поддерживал. И больше Пригожин не может использовать Чечню как и свой пиар-плацдарм, и плацдарм для отлеживания тех, кому нужно бы отлежаться, надо сказать. Поэтому, ну, в общем, я не могу сказать, что Пригожин потерял все, но очень скоро потеряет. В
Россия без Пугачевой, без Гребенщикова, Галкина, Хаматовой в то, что такое возможно, тоже никто не верил еще год назад. Страну из-за войны покинули десятки артистов, теперь их вымарывают из телепрограммы и театральной афиши, а сами артисты протестуют против войны уже за рубежом. В ответ госпропаганда начинает их травлю, а прямо сейчас к нам присоединяется Чулпан Хаматова, обсудим с ней итоги года этой войны. Чулпан, здравствуйте. 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 Расскажите о ваших ощущениях вот в сегодняшний день. 365 дней, уже 366-й, как идет это полномасштабное вторжение в Украину. И я хочу извиниться за свой вид, потому что у меня идет прогон спектакля, у меня через 2 дня премьера, поэтому как бы не считайте это неподготовленностью к эфиру. Прекрасно выглядите. Ощущения те же самые. На самом деле, когда началась война, и мне кто-то сказал, что она будет длиться месяц, мне уже стало страшно и плохо, потому что все-таки как-то первые дни была надежда, что сейчас это быстро все прекратится, Украина обратно всех задавит за российскую границу, всех вторженцев, всех русских солдат. И когда мне сказали, это будет длиться месяц, я ужасно расстроилась, что это будет длиться так долго. Но представить, что это будет длиться год, это просто невозможно. Наверное, кто-то живет нормальной жизнью обычной. У меня не получается жить обычной жизнью, и мне как-то не хватает на это никаких оправданий, ни чувства самосохранения, ничего. Все равно я только каждый раз живу и вздрагиваю от того, что бомбят украинские города, в которых у меня есть немного, но есть друзья, и вообще не притупляется это ощущение, просто какой-то кошмарного ужаса и мрака. Вы сейчас сказали, что вы репетируете, и у вас спектакль через 2 дня, он пройдет не на российской сцене, понятное дело. Вам как кажется, вы, ваши коллеги способны как-то до сих пор, не знаю, год спустя, влиять на российскую аудиторию и составлять конкуренцию Роспропаганде, которую они видят по своим телевизорам? Мне кажется, да, конечно. Все-таки зрители, которые смотрели там спектакли, хочется надеяться, что они умеют думать своей головой и самостоятельно делать выводы. И для этого им не нужна подсказка в виде российской пропаганды. И я получаю письма, где мне пишут, что людям важно, что кто-то озвучивает другую точку зрения. Поэтому я думаю, да, это важно. Как вы относитесь к тем людям, которых власть вот так сейчас использует? Ну, например, мы видели Дмитрия Дюжева, прекрасного, как я считаю, актера, но который со сцены в Лужниках вместе с еще рядом людей, в том числе и артистов, поет песню «Группа крови» Виктора Цоя. И все это для того, чтобы разогреть публику перед появлением Владимира Путина. Я не знаю, что сказать. Я как бы даже не могу серьезно это разбирать. У меня не получается. Ну, можно списать на недостаточное количество книг, прочитанных в детстве. Я, честно говоря, не знаю, как это объяснить. Наверное, есть те артисты, которые по-настоящему верят и заблуждаются в этом. Есть кто-то, кто просто, пользуясь моментом и возможностью заработать, формально это все делает. Мне сложно сказать. Меня нет в этой ситуации. Я, собственно, и не вернулась в Россию, чтобы избежать таких вообще даже таких предложений и всего остального. Явно и очень внятно понимая еще год назад, что этим все закончится. Последнее. А кто-то, вот Вова упомянул концерт в Лужниках, кто-то из тех,
кто был на сцене, я предполагаю, актеры. Вы с кем-то общались в прошлой жизни? Да, мы очень дружили с Димой Певцовым где-то в середине 90-х годов и с его женой Ольгой Дроздовой. И то, что он сейчас говорит про меня, конечно, вызывает ощущение какого-то сна, честно говоря, потому что мы общались достаточно близко, он меня очень хорошо знает, и это... Ну, в общем, я не хочу, мне ужасно боюсь каждый раз кого-то оскорбить. Наверное, вот такой выбор, вот стать в какой-то степени по отношению ко мне так точно подлецом. Вы много друзей потеряли за этот год? Нет, к счастью, нет. Я никого не потеряла. И Певцов тоже никогда не был моим другом. Мы когда-то близко общались. А те люди, которые еще остаются в России из ваших коллег, товарищей, вы наверняка с ними же разговариваете. Есть ли у них какое-то внутреннее изменение за вот эти, после этих 365 дней? Знаете, мне как-то изначально как-то круг моих друзей был очень вменяемый. А те, с которыми я была коллегами или просто приятельствовала, некоторые ушли наоборот в обратную сторону, в какую-то вот. И я понимаю, с чем это связано. Наверное, это связано с тем, что ты не можешь жить все время в ощущении, что ты что ты насилуешь свою совесть. Поэтому им нужны оправдания, что вот все правильно, что так и должно быть. И это скорее уклон не в сторону видения объективной ситуации, как я вижу объективную ситуацию. Я надеюсь, что я вижу ее правильно. А в сторону, наоборот, уговаривания себя, что ну ничего страшного, вот нужно... Вас вызывают на сцену, да, видимо. Меня вызывают на парагон, да. Вот. Да, скорейшее окончание войны, освобождение Украины и восстановление Украины. Независимой, самодостаточной, счастливой. Спасибо. Спасибо, Чулпан Хаматова. Актриса была с нами на связи. Кстати, мы такую тему затронули. Я вспомнила про фильм нашего коллеги Андрея Лошака. Один, кстати, из лучших документальных фильмов, которые я смотрела в этом году. Это «Разрыв связи». К нам сейчас присоединяется телеведущая Татьяна Лазарева. Татьяна, здравствуйте. Здрасте. Прошу прощения. Вы едете. Ну, ничего, у нас кто-то с прогона, кто-то едет. Может быть, как раз продолжим обсуждать вот эту тему, разрыв связи в одной семье среди друзей. У меня, например, мама живет в России, остается и не собирается никуда уезжать. И рассказывает мне периодически, скольких коллег она потеряла из-за разных позиций вот, по поводу этой войны, по поводу вторжения. Много ли у вас таких историй? И как можно обойти эти разговоры, обойти острые углы и не поссориться? Вы знаете, у меня таких историй нет, к сожалению. Просто похвастаться. Может быть, к счастью. Поэтому тут каждый сам решает для себя, я думаю, если мама, какие-то близкие люди хотят разобраться в ситуации, если они просят какой-то помощи, то, наверное, стоит им помочь. А если им комфортно в этой своей уверенности, то и оставьте вы их. Нет. Они имеют право на свой выбор, мне кажется. Татьяна, мы сегодняшний эфир назвали «Вторжение, сопротивление, год». И как, по вашему мнению, сейчас и где мы должны сопротивляться больше всего, что мы должны делать, каждый из нас, для того, чтобы эту несправедливость, эту войну прекратить?
Ну, вот это как раз, я считаю, самый важный вопрос, потому что с утра я вижу, везде все говорят, что было год назад, как это было, с каждым происходило из нас. Мне кажется, гораздо важнее сейчас нам быть всем там, где мы сейчас, в этом времени, в этом, в том месте, где каждый из нас находится, и делать то, что мы можем, благодаря тому, что мы все-таки имеем какие-то силы, благодаря, что мы живы, благодаря тому, в отличие от многих людей, уже погибших на этой войне. И главное сейчас — это давать какие-то силы себе и другим людям. И понимать то, что правда на нашей стороне, и она победит. Нужно просто подождать, да, ничего не делая. А придет это время, мы должны к нему быть готовыми, полными сил и подготавливать к этому близких, детей. Я хочу поблагодарить всех наших зрителей за внимание. Этот эфир для вас очень непростой эфир. Провели Марфа Смирнова, Владимир Роменский. Всего вам доброго. Меры и всего доброго. Спасибо.